В День России 12 июня в Шадринске завершился турнир Курганской области по большому футболу. В финальном матче встретились два непримиримых соперника, одинаковых по уровню подготовки и стремлению победить. Это местная команда «Торпедо» и сборная Курганского вагонного депо. Последней удалось взять реванш прошлого сезона и обыграть соперника со счетом 2-1. Команда Курганского вагонного депо была создана 2 года назад. С тех пор железнодорожники брали все награды, кроме золота на первенстве области. Теперь ряд побед полный. На предприятии «Вагонное ремонтное депо Курган» уделяется огромное внимание развитию спорта и привлечению сотрудников к здоровому образу жизни. Директор организации Дмитрий Фролов считает, что это отличный инструмент для объединения коллектива и укрепления коллективного духа. Сотрудники предприятия добиваются успехов и на баскетбольном корте, и на волейбольном, и во многих других видах спорта. Сам Дмитрий Фролов принимает непосредственное участие во всех соревнованиях, на своем примере показывая подчиненным, что спортивный дух позволяет добиваться наивысших результатов в профессиональной и общественной жизни. Предприятие и в целом РЖД старается поддерживать спорт, потому что спорт – это здоровье, спорт – это хорошее настроение, спорт – это, скажем, такой инструмент, который объединяет коллектив и благодаря вот этому единству позволяет нам добиться не только результатов на футбольном поле, а также в производственные показатели нашего предприятия. Они последние годы на очень высоком уровне. Марина Богатырева, Ульяна Фомина, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева. Информационное агентство «Курган.ру» из Шадринска.